Привет, друзья! Вы на канале Crypto Baby. Сегодня мы с вами рассмотрим крутой, просто офигенный проект. Это Fox Finance. Я уже делала на него обзор, но появились некоторые обновления. Fox – это токен с прогрессивным автоматическим размещением ставок, который выплачивает вознаграждение только за то, что вы держите токены Fox в своем кошельке. Значит, не забывайте, конечно же, что есть данный проект в социальных сетях. Это Twitter, Telegram, Medium, GitHub. Fox находится в смарт-цепочке сети Binance. Это означает почти бесплатный газ и почти мгновенные свопы. Каждая отдельная сделка предусматривает 6% налог, выплачиваем всем держателям, и 6% налог, добавляемый к пулу ликвидности. Вы зарабатываете больше Fox, и это становится более ценным, то есть не обесценивается данный токен. У них есть много отличных планов для Fox, включая раздачу, NFT и благотворительность для лисичек. Вот такой вот тоже проект добродетель, с которым вы сможете не только зарабатывать, но и помогать лисичкам. И здесь вы видите токеномику. Как вы видите, первоначальная, ну очень много токенов Fox. Я не буду вспоминать сейчас это число. Начальная ликвидность, кстати, заблокирована она на 48 месяцев. На маркетинг, как вы видите, тоже много. Токенов в обращении много, как вы уже поняли, гореть будет тоже много токенов. Налог распределяется между всеми держателями 6%. Также было первоначальное сжигание, была предпродажа, кошелек для разработчиков на раздачу, как вы видите. Общий налог на каждый своп 12%. Налог добавляется в пул ликвидности и блокируется ежедневно в течение 48 месяцев 6%. И, конечно же, ежедневное ручное прожигание. То есть вручную сжигают ежедневно токены. Также дорожная карта крутого проекта Fox Finance. Они усердно работают над внедрением инноваций и улучшений в Fox. Значит, Fox Finance был официально запущен 20.00.17.03.2021 года по Гринвичу. Ознакомьтесь с данным проектом и обязательно поделитесь в соцсетях, что вы думаете по поводу данного проекта. Я уже говорила, что соцсети есть, так что заходите, обязательно делитесь своими впечатлениями. У них появился прекрасный новый логотип, команда влюблена в него, и они надеются, что вы тоже полюбите логотипчик Фокса. Вот такая вот милая лисичка. Они сильно выросли с момента выпуска и очень хотят иметь бренд, отражающий этот рост. Они работают над пересмотром их фирменного стиля, чтобы отразить, насколько крутым является этот проект. Также важно убедиться, что их продукт работает без сбоев. Проверка BCScan подтверждает, что их код работает плавно и эффективно. Также данный проект появился с того времени на CoinMarketCap. Изменился сайт, как вы уже успели заметить. Значит, Fox скоро станет намного круче с падением их NFT. Они не будут давать никаких спойлеров, но вы действительно захотите заполучить их. Fox Finance стремится вернуть их любимых пушистых друзей. То есть лисиц, как вы уже поняли. Они налаживают партнерские отношения с заповедниками лисиц, чтобы помочь сохранить, защитить и лелеять этих замечательных зверушек. То есть достаточно простой, прозрачный проект, тоже с благими намерениями. Приобрести вы сможете на PancakeSwap. Допустим, я показываю всегда на BNB. За 0.1 BNB вы получаете очень много токенов Fox. И, конечно же, помогаете милым зверушкам. Также данный проект есть на Medium. Вы здесь можете ознакомиться с данным проектом. Также здесь все новости публикуются о проекте. Так что обязательно подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Также данный проект в Твиттере. Тоже все новости, все последние события сможете
проверить все, посмотреть здесь, также ознакомиться. Что еще? На CoinMarketCap, как вы видите, данный токен по очень небольшой цене, с благими намерениями. Здесь вы можете видеть, что он медленно, но уверенно набирает высоту. То есть токен подрастает медленно, но уверенно, без таких каких-либо сильных рывков. Ну и, конечно же, белая бумага. Здесь все расписано, все миссии данного проекта, включая миссию о лисичках, которым вы сможете помочь благодаря этому проекту от транзакций. Сможете защитить маленьких лисичек. Ну и, конечно, заработать денег. Очень два важных момента таких. Ну, я думаю, вам проект всем нравится, этот Fox Finance. Так что не пропустите, подписывайтесь везде, чтобы ничего не пропустить и ничего не потерять. Также подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки. Меня тоже делитесь в комментариях, что вы думаете по поводу данного проекта, понравился ли вам он и будете ли вы принимать участие в спасении лисиц. Всем желаю крутого настроения, всем пока!